Здравствуйте и приветствую вас на «Будни Уолл-стрит», очередной у нас выпуск. Наконец-таки подошел к концу период отчетности, почти все компании отчитались. Отчеты просто сыпались каждый день огромное количество в России, в США, в Европе. Просто не успевал перерабатывать такое количество отчетов. Мы с вами их разбирали, и сегодня мы разберем уже оставшиеся, самые, наверное, крупные компании, одни из самых крупных компаний, представители секторов и так далее. Также интересно, сейчас происходят изменения на валютном рынке, на рынке металлов. Все это мы посмотрим, также по нефти интересные моменты. Ну и расскажу несколько инвестиционных идей, которые вы можете предпринять уже буквально сейчас. Что ж, давайте перемещаться опять за рабочий стол мой и посмотрим, что получилось. Итак, что мы видим? Перед вашими глазами индекс МВБ, сейчас удалим объемы, у них объем смотреть бесполезно. С выбором господина Трампа связано тем, что российский рынок вместо того, чтобы упасть вместе с остальным миром, решил вырасти, и за 9 и за 10 число мы увидели сильнейшее ралли по основным голубым фишкам, и буквально за 2 дня индекс МВБ из падающего превратился в растущий, выбили максимумы. Но на момент сегодня у нас 22 число, мы видим, что индекс МВБ снова подходит к максимуму, все пытаются пробить максимумы, сейчас Америка растет, Россия растет, сейчас объясню, почему все это растет. Давайте переключимся на commodities, переключимся на валюты и посмотрим, что у нас произошло. Итак, если мы откроем с вами так называемый рынок commodities или товарный рынок, то по нефти. По нефти мы видели несколько дней ралли с 43 до 49, до 50 практически достали сегодня. Это ралли обусловлено тем, что страны ОПЕК вроде как согласовали замораживание добычи. То есть все за, даже Иран с Ираком вроде не против и очень надеются, что, по-моему, они 30 числа встречаются. 30 числа все будет хорошо, и тогда нефть пробьет отметку $53. Ну, опять же, это пока бабушка надвое сказала. Что касается металлов, то мы видим по меди, да, то есть выбили они максимум, откатились, сейчас снова идет попытка штурмовать. По алюминию, алюминий стоит на максимумах этого года. Что касается никеля, никель тоже вот сегодня очень неплохо подрос, смотрите, какая большая свеча, по сути, сейчас посмотрим, сколько он сегодня прибавляет, ну, хотя, что тут говорить, вот 5,1% за сегодня никель растет. Что касается угля, уголь немножко сейчас откорректировался после такого серьезнейшего ралли, то есть Мечел, чтобы вы понимали, на чем растет, конечно же, на угле в основном, ну и другие фундаментальные факторы, которые мы сегодня разбирать не будем. Что ж, промышленные металлы растут они как раз, почему растет и S&P, почему растут металлы, я, по-моему, вам уже рассказывал на прошлом выпуске, причина тому, что Дональд Трамп собирается сделать важные вложения в инфраструктуру, то есть он планирует начать вкладывать огромные суммы денег в строительство дорог, железных дорог, мостов и так далее, и так далее. Все это потребует чего? Потребует огромного количества ресурсов. Металл, да, для того, чтобы эти дороги, если, знаете, американцы любят, знаете, как делать дороги, если у нас кладут асфальт, а там щебенка, а там песок, все это натрамбовывается, потом асфальт кладется. Американцы любят по-другому дороги строить, они любят их бетоном заливать. То есть, по сути, что такое американский автобан, да, или хайвей, как в Америке? Это берут арматуру, знаете, да, арматура, заливается все это бетоном, и лет на 50 этой дороги хватает. Это стоит дороже, чем положить асфальт, естественно, но зато по ней могут маршировать танки и не разбить ее, по сути. Вот. Соответственно, Дональд Трамп, возможно, хочет построить именно такие хайвей, то есть закопать туда несколько сотен миллионов тонн металла. А кто будет поставлять этот металл? Конечно же, мы, китайцы и прочие страны, которых активно производят. Вот, на этом растет и так называемый, сейчас вам покажу, IWM, одну секунду, индекс small caps, то есть дешевых, нет, не дешевых, малой капитализации компаний.
Он просто покоряет максимумы, пока загружается. За ним следом идет S&P. S&P выбил максимум. Вот сейчас мы видим открытие. Опять S&P вверх идет. То есть все приводит к тому, что выборы Трампа все-таки удачная вещь. IWM — это ETF-ка на широкий рынок Russell 2000. Это акции малой капитализации. Ну, то есть с момента выбора Трампа мы видим, как они стартанули со 116 до 130. Легко посчитать этот рост. То есть они с гэпом открылись и выросли на почти 14% к сегодняшнему дню. И это, видите, безостановочно. Все зеленые свечи, безоткатно. Росли, 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 росли. Вот сейчас мы видим только первый откат как бы по свече. Но на самом деле прибавляется 0,2%. Все, то есть все рассчитывают на то, что Трамп вложит огромное количество денег. На этом все мы и растем. Что ж, дела заморские оставим. Сейчас поговорим про компании. Начнем, наверное, с российских компаний. Потом я вам расскажу несколько интересных моментов про Facebook. Поговорим про CenturyLink, такая компания американская. Итак, давайте начнем. Я подготовил отчеты. Первый отчет, о котором поговорим, это Dixie. Потом посмотрим ее графики. Значит, Dixie отчиталась за третий квартал. Что примечательно в отчете вам стоит увидеть? Как правило, они пишут в начале, так называемый третий квартал, финансовые такие важные вещи. Естественно, показывают, что выручка выросла, gross profit вырос, то есть общий доход. EBITDA там 1,1 миллиарда. Но давайте заглянем чуть глубже и посмотрим, что реально случилось с Dixie. Ну, во-первых, вы должны увидеть, что так называемая маржинальность по EBITDA грохнулась с 2,5 миллиарда мы упали по EBITDA за прошлый год, за третий квартал, до 1,1, то есть больше 50% рухнула EBITDA. Маржинальность упала, по сути, с 4% до 1,5%, то есть тоже вдвое. Это самая низкая за последнее время динамика у него. Что видим дальше? Gross profit, да, то есть валовая прибыль, болтается на одной отметке, не растет. При том, что как бы росла выручка, но gross profit остается там же. То есть они не могут увеличить маржинальность своего бизнеса. То есть болтается и ничего не хочет сделать. И сейчас пойдем чуть дальше посмотрим. Но единственный плюс, наверное, в этом отчете, что у них долг снижается. Вот это самый единственный плюс, который есть в данном отчете. Если мы посмотрим по самой отчетности, да, то они приводят некие цифры. Мне хочется вам показать вот эту вещь. Чистый доход компании или чистый убыток. Мы видим, что за 9 месяцев 2016 года компания потеряла 2 миллиарда рублей. Вот, это не очень, да, хороший показатель. То есть компания вроде за счет того открытия магазинов выручка растет, но все, то есть маржинальность падает, компания начинает становиться убыточной. И куда дальше деваться? Акционеры не знают. Если мы откроем график Dixie, то после отчета компанию просто сливают. Она упала, ну, порядка, наверное, 10% с момента выхода отчета. И неизвестно теперь, что ждать от этой компании. По сути, она болтается, никому не нужная. И ходят слухи, что они попытаются, то есть владельцы Dixie, ее куда-то всучить, то есть продать. Либо продать Магниту, либо продать X5 Retail Group. Это две крупнейшие сети в России, которые остаются еще более-менее нормальными. Но вот Dixie пока сливается. Может, Ленте продадут, но если у Ленты хватит денег. Поэтому отчет, который вышел по Dixie, он оказался обескураживающим и... Многие инвесторы решили зафиксировать прибыль или убытки. Пойдемте дальше. Финансовые результаты МТС. МТС наконец-то выпустил за третий квартал отчет. Он есть и разочаровывающие моменты, есть и позитивные моменты. Но давайте немножко разберемся, что же хорошего и плохого в МТС. Значит, во-первых, выручка. Выручка снизилась на 1,3%. Вроде немного, но снизилась.
за третий квартал, то есть по отношению к третьему кварталу прошлого года. Тем не менее, за 9 месяцев она чуть-чуть подросла на 2,8%. Соответственно, показатель у телекомов это OIBDA, произносится ужасно, да? Но давайте по-русски, операционная прибыль до выплаты амортизации упала упала до 45 миллиардов рублей, 48, за 9 месяцев тоже упала. К сожалению, сейчас доход компании снижается, помимо операционной прибыли снижается и чистая прибыль компании. А чистая прибыль снизилась, сейчас мы откроем вам, чистая прибыль снизилась с 42 миллиардов до 36 миллиардов. Часть взяла, вот этот убыток взял на себя убыток от списания в Узбекистане 2,7 миллиардов. То есть, вы помните, МТС все-таки выгнали с Узбекистана, или она сама решила закрыть свою деятельность, этого мы не знаем, по словам менеджмента компании и по словам акционеров компании, главных, основных, МТС решила закрыть свое представительство в Узбекистане из-за того, что это все низкорентабельно и неинтересно. Но это так нам рассказывают аналитики, да и я, в принципе, считаю, что, скорее всего, там что-то другое замешано, потому что буквально за несколько месяцев до ухода из Узбекистана было собрание акционеров, на котором я присутствовал. И генеральный директор Андрей Дубовсков объяснял, что как раз все нормально в Узбекистане, все сейчас налаживается, все хорошо, наконец-то они там капитальные затраты провели, сейчас пойдет, все пойдет, а потом раз и ушли. Поэтому у меня складываются сомнения по поводу того, что там все так плохо, что-то там другое их выжило. Ходят слухи о том, что американцы своим расследованием могли наложить штрафы на МТС. Ну, пока это все слухи и домыслы. Что будет дальше, надеюсь, узнаем. Что хорошего из отчета МТС? Это то, что они прибавили порядка, сейчас посмотрим, значит, за один, получается, 108,8 миллионов абонентов у них сейчас. За год, получается, изменилось порядка 2,6 миллиона прибавилось абонентов, если я не ошибаюсь, а то под вечер у меня уже плохо со счетом. Прибавилось количество абонентов в России, прибавилось количество абонентов из Украины, то есть мы видим 20,3 миллиона было, сейчас 20,8 миллионов. В Армении, Туркмении или Туркменистане, Белоруссии без изменений. А что еще хорошего? МТС планирует снизить капитальные затраты группы, и если за 2015 год капзатраты были 96 миллиардов, то в 2016 они надеются снизить капзатраты до 85 миллиардов рублей. По сути, они сэкономят 11 миллиардов рублей, и эти деньги пойдут нам с вами, акционерам, в виде дивидендов. Я думаю, это уже неплохо. То есть капзатраты резко сокращаются. Что еще? Долговые обязательства группы. Долговые обязательства группы, в принципе, здесь что-то нового сказать невозможно. Все как было, так и осталось, плюс-минус. Прогноз. По прогнозу они ожидают роста выручки на 2-3%, но и, скорее всего, ожидают снижения по операционной прибыли. В чем здесь суть телекомов? Да, давайте откроем графики, а то отчетности это скучно все. Откроем график МТС, откроем график Мегафона. Но вот сегодня впервые за последнее время по-нормальному что-то растет. Вчера и сегодня растет МТС после выхода отчета. Компания почти закрыла дивидендный гэп. То есть у нас, видите, отсечка была на уровне 230-231. Вот уже близко было, но вот сейчас в моменте я вижу, второй час уже сливают МТС-ку. Ну, сливают. Если на часовых свечах, можно сказать, что это сливают. Старая привычка трейдерская. Видеть, что если вниз, то уже сливают. В общем, дивидендный гэп пытаются закрыть, не дают. В принципе, МТС смотрится не так плохо. То есть, ну, оно смотрится в болоте вправо, да, но падать сильно вряд ли будет. А вот Мегафон, к сожалению, совсем приуныл с нашего последнего выпуска. Прошло уже несколько дней, мы видим по Мегафону хороший жирный тренд вниз. Он длится уже много-много времени. Ну, по сути, его хай был в прошлом году, в октябре. Ой, прошу прощения, в прошлом году. В 2012 году хай его был. И вот оттуда мы уже упали больше, чем на 50%.
по мегафону все не очень хорошо, а все сокращается еще большими темпами. То есть, если МТС еще как-то держит планку, то мегафон все сливает, и там совсем все плохо. А что еще? То есть, сейчас по телекомам мы прошлись, а наша третья отчетность – это Алроса. Алроса отчиталась буквально вчера, насколько я помню. Да, 21 ноября. Что по Алросе можно сказать? Ну, давайте мы сразу перейдем к разделу «Финансовые результаты». Здесь без всяких графиков все становится понятно. Ну, во-первых, давайте посмотрим. Вот на что хочу обратить ваше внимание, это EPS, да, то есть доход на одну акцию. Вот они хорошо, что приводят это в отчетности, становится для большинства все четко и понятно. Самому не надо ничего считать, все видно. Ну, во-первых, смотрите, за 9 месяцев 2016 года заработали 16 рублей на акцию. Что такое 16 рублей на акцию? Давайте откроем график Алросы. Сейчас компания вот на текущий момент стоит 89 рублей. 89 рублей. Заработали они сейчас 16 рублей практически на акцию. Ну, будем надеяться, что они добьют этот год до 20 рублей на акцию. Соответственно, доход, да, доход на акцию стоит 20 рублей. И если представить, что Алроса, мы очень на это надеемся, что Алроса заплатит 50% от чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов, то если полная прибыль будет 20 рублей на акцию, то 50% по МСФО это 10 рублей на акцию. Мы получаем что? 10 рублей на акцию столько выплатят акционерам. Делим на текущую стоимость 89 рублей. И мы получаем вот такую доходность. Да, ну, умножим на 100 для того, чтобы вам было совсем наглядно. 11,2%. Ну вот пока такая прогнозируемая доходность в виде дивиденда на данную бумагу. Вполне неплохо. 11 годовых, даже больше 11. К чему я клоню? Что если Алросу будет сливать, как это было в ноябре, какие-то товарищи сливали Алросу. Ходят слухи, почему сливали Алросу. Возможно, само государство. То есть оно же собирается приватизировать еще, по-моему, 11% Алросы. Но вот чтобы уменьшить этот пакет, могут сливать. То есть объемы шли большие, покупали и продавали огромные партии. Если посмотреть даже на историю Алросы, то вот этот период, середины, начала ноября, прошли гигантские объемы. Соответственно, при покупке Алросы ниже 89, то есть если вот вы бы здесь покупали в районе 82-83, ну вот считайте, делим 10 рублей в виде дивиденда потенциального на 83 рубля, пускай даже повыше, то это 12 годовых. То есть вот такая прогнозируемая доходность у Алросы сейчас есть. Отчет вышел вполне неплохой, сейчас мы покажем остальные показатели. Что мы видим? Значит, по EPS мы прошлись, по марже чистой прибыли за 9 месяцев 46% это маржа по чистой прибыли. Если вы хоть чуть-чуть понимаете, то это очень хороший показатель. 46% по чистой прибыли. Лучше, мне кажется, только у НМТП. Дальше, маржа по EBITDA 59%. То есть, ну, это практически максимум, да. По-моему, у них был чуть выше, но вот это 60% это маржинальность по EBITDA. Ну, то есть, это просто фантастические цифры. Ну, у металлургов, допустим, это в районе 30%. Неплохо уже, да, тут в два раза выше. Что еще? Что еще по отчету? Общий долг компании снизился. Можем видеть, что с 212 миллиардов до 171 миллиарда. Чистый долг тоже сократился, соответственно. Капитал, относящийся к акционерам, серьезно вырос со 153 миллиардов до 248 миллиардов. Ну, рентабельность инвестиций, инвестиционного капитала выросла с 29 до 34%. Это мы разобрали основные просто показатели. И как видно, очень неплохо. То есть Алроса сейчас очень хорошо отчиталась. И я думаю, надеюсь, что четвертый квартал будет тоже неплохим. Соответственно, цена 89 – это недорогая цена. Если будут продавать ниже, по 82 вам отдавать, по 85, я думаю, есть смысл спокойно покупать все просадки, то есть спокойно выкупайте, и я думаю, будет нормально. Опять же, если четвертый квартал не подкачает, будет хотя бы как третий, то есть не хуже третьего, есть все предпосылки для этого. Под Новый год, как правило, очень любят бриллианты покупать, то дивиденды будут щедрые, вы их получите в 2017 году.
Что ж, по российским компаниям все. Давайте два момента посмотрим. Это, во-первых, Facebook. Facebook заявил, что он выкупает собственных акций на 6 миллиардов рублей. Ой, простите, 6 миллиардов долларов. После того, как уже заговорился про рублевые активы, начинаешь все переводить в доллары. Соответственно, рассказал Facebook, что он выкупает на 6 миллиардов долларов собственных акций, собирается выкупить крайние точки. То есть, когда он собирается это делать, он не сообщил. Тем не менее, акция выросла вчера на 4% на этой новости. Что сейчас по Фейсбуку? Да? Фейсбук, как вы видите, растет не по дням, а по часам, если мы вот откроем месячные графики. Вот вам Фейсбук. Да? С момента IPO он открылся в районе там, 40 долларов и упал потом до 20, из 20 вырос до 130. Соответственно, вырос он, если с нижней точки брать, в 2014 году за 20 долларов продавался. Ну вот на текущий момент он прибавил порядка 600%. То есть все, кто не верили в Facebook, сейчас утирают слезы, потому что он прибавил с минимума 2013 года почти 600%. Как мы видим, выручка Facebook растет каждый квартал. Мы видим, что растет также и чистая прибыль, и она достигла, вот, по последним данным, 7 миллиардов долларов. Компания очень неплохо смотрится. Почему ее тут недавно слили, так хорошенько слили? Мы видим, да, дошла она до 130, и потом упала до 113. И в чем причина? Причина вот этой просадки была простая. Прогноз по прибыли Facebook в своем третий квартал сообщил о том, что расти мы, скорее всего, такими темпами уже не будем. Акция упала, по-моему, на 8% на этом заявлении. Ну и плюс были пойманы за руку Facebook за то, что она рекламу, то есть показы рекламы она считала на пользователя. Оказалось, что они приврали там на 8 или 10% больше дали по метрике. Ну и плюс пошли там фейковые новости, борьба с новостями, которые не настоящие, то есть там целая Санта-Барбара сейчас в Фейсбуке. Но вот мы видим, что со 113-114 отскочили до 120, что в принципе неплохо на новости об обратном выкупе. Ну и последнее на сегодня, это я представлял буквально недавно в нашей группе ВКонтакте и Wall Street Pro хорошую такую, ну как хорошую, интересную инвест-идею. Инвест-идея про дивиденды на стероидах, как можно сделать с помощью опционов из обычной акции, которая приносит 8% годовых, сделать 30%. Вот, соответственно, рекомендую прочесть данную статью. Здесь достаточно подробно описывается, как можно из 8 сделать 30 с помощью опционов. Тем не менее, ну, вкратце, если расскажу. Вот есть компания, называется CenturyLink. CenturyLink – это компания, которая предлагает доступ в интернет, предлагает доступ по фиксированной связи, предлагает мобильную связь. Она, по сути, телеком. Соответственно, эта компания приносит порядка 8%, 8,5% в виде дивидендов. Давайте откроем график CenturyLink. CTL. Компания приносит порядка 8,5% на данный момент в виде дивидендов. Она идет, сейчас идет активное, на данный момент идет активное слияние ее с другой компанией. И на этих новостях сначала она стрельнула вверх, потом вниз. И вот где-то я уверен, что где-то здесь она сейчас остановится в диапазоне. Да, в диапазоне от 22, ну, до 30, где-то вот здесь останется болтаться. То есть компания приносит хороший дивиденд, но что можно сделать, чтобы увеличить этот дивиденд? Соответственно, продать опционный put, потом, если войдет в деньги, продать опционный call. И по моим расчетам, если вы сделаете вот эти простые операции, то вы можете заработать до 30% в валюте по данной бумаге за год, что в принципе неплохо. Плюс к тому же вы можете делать подобные схемы и с другими компаниями. Поэтому еще раз советую почитать данную статью о том, как сделать из 8% 30% с помощью опционов. Ну и на сегодня, наверное, все. И так уже долго мы с вами. Увидимся на следующей неделе. Пожалуйста, задавайте свои вопросы на канале YouTube внизу. Какие темы вам интересны, чтобы я осветил в следующих выпусках. И ставьте лайк, если вам понравилось. И до новых встреч. Счастливо!